ты просто умираешь. Вот просто его ух! И вот так вот стоишь, а эти, которые налили, они не предупредили, сколько градусов, и смотрят на меня, а я такой... А ты такой... Ну что, сколько градусов по-твоему? Я говорю, ну здесь градусов 50. Ха-ха-ха. Я думаю, что нам нужно... Ты пишешь? Да. Наркоты купить. А теперь удалять. Пойдем сюда. Кстати, хочу пиздец. И это мы зашли просто пописать. Я не знаю, в чьей туалет женский, я в туалет для инвалидов. Все, уходи. Ой, нахуй эти халаты, ебал я в рот этот снег, да, я тоже вижу. Думаю, нахуй эти халаты, блядь. Да, все, тем более ты так переживаешь. Во-первых, переезжай, и там за счет климата ты перестанешь так париться по поводу работы. Мне тоже нравится. Главное, не отбирай, здесь все добрые. Вот. Что это такое? А, я поняла, ну давай. Видеоинженер. 1908-1911. Давай, 90. Это не Александр Невский, это Большевок. Смотри, какая красивая эта башенка, да. Еще одна, вон, смотри, еще одна. Снимаю. Я заснял.